Гальяново – вполне обычный спальный район Москвы, один из нескольких окружающих Лосиный остров, самый большой лес в черте города в мире. Вот так на фоне Лосиного острова выглядит знаменитый Нью-Йоркский центральный парк в том же масштабе. Поэтому здесь возможны встречи, которые вы вряд ли можете ожидать в других местах Москвы. Лось! Не надо орать. Привлекай внимание. Вы не знаете? Без рогов значит самка. А теорий чувствуется, да? Вообще очень прикольно. У этой особи видны пеньки от сброшенных рогов, следовательно, это самец. Наши сограждане. В меньшей части Лосиного острова, которая является самым большим городским лесом и которая отрезана от большей части Московской кольцевой автодорогой, обитает популяция лосей, привыкших к соседству с людьми. Они время от времени выходят из леса на открытые пространства, иногда переходят дороги и выбираются в город. Чаще всего это происходит зимой. Лось дал название всему лесному массиву, так что лосей можно считать титульным видом Лосиного острова. Те, кто смотрит мои видео достаточно давно, знают мой интерес к этимологии. Понятно, что названия животных, обитающих в том районе, в котором сформировался тот или иной язык, всегда древние, относятся к самому раннему этапу формирования языка. Никто не станет заимствовать, например, иностранное слово для наименования зверя, обитающего в родных для носителей языка местах. Следовательно, название для лося должно быть древним и восходить к временам праславянского, а то и праиндоевропейского языка. Во втором случае оно должно обнаруживать сходство с английским или немецким названием этого зверя. Между тем, по-английски лось будет elk, и сначала сходства никакого не видно. Это можно было бы объяснить, например, тем, что праиндоевропейцы не видели лосей. И тогда германцы и славяне выдумывали для них названия независимо. Я решил проверить это, и в Викисловаре обнаружил, что русское слово «лось» происходит от праславянского слова «олс», и уже тут сходство с английским «элк» вполне ощутимо. И потом, через реконструируемого предка в прото-балто-славянском языке, это слово восходит к тому же праиндоевропейскому предку, что и английское «элк». И с этим словом также родственны русские слова «олень» и «лань», а еще латинское название лося – «альцис». Это тот случай, когда мы видим по происхождению слов, что наши древние предки, возможно, как-то интуитивно чувствовали эволюционные связи между знакомыми им видами животных. Потому что лось сейчас считается крупнейшим представителем семейства оленевых.
В отличие от большинства копытных, лоси ведут одиночный образ жизни, иногда объединяясь в небольшие группы. И они почти непрерывно едят. Это та цена, которую они платят за способность питаться такой пищей, которой вокруг них всегда полно, которая от них никуда не убегает, не бодается и не легается. Эта пища энергетически бедная, поэтому, чтобы ей наесться досыта, нужно ее есть почти непрерывно. Времени на отдых остается немного. В отличие от них, хищные животные вынуждены тратить гораздо больше сил на то, чтобы добыть себе животную пищу. Их обед обычно сопротивляется своей судьбе. Зато, когда он уже съеден, то насыщает их достаточно, чтобы можно было после этого пофилософствовать. В жизни за все приходится платить, и веганам стоит об этом помнить.